Всем привет! Вы на канале Leon Ring, и я предлагаю вашему вниманию оптимальный маршрут по всем достопримечательностям прекрасной Праги. Посмотрев это видео, вы познакомитесь с этим городом, его историей и сможете отлично в нем ориентироваться. Весь маршрут я отобразил на карте, ссылку на которую вы найдете в конце этого видео. Итак, поехали! Столица Чехии Прага расположена на берегах реки Вултава, то есть Дикая вода, и разделена на 10 районов, которые так и называются Прага-1, Прага-2 и так далее. Каждый район, в свою очередь, разбит на исторические кварталы, а название самого города происходит от слова «порог», и, возможно, даже от этого речного порога на Вултаве. Начнем нашу прогулку мы в символе чешского государства в Пражском граде. Это огромный исторический комплекс на холме, который виден из любого конца города. Расположен он в квартале Градчаны района Прага-1. Раньше в Пражском граде жили чешские короли, а сейчас это резиденция президента и главная туристическая достопримечательность страны. Добраться сюда проще всего на метро или на трамвае до станции Малостранска. К зданию станции метро примыкает Вальштейнский сад с изящным фонтаном Геркулеса, но сюда мы зайдем позже, а пока пройдем чуть выше до старой замковой лестницы. Ее построили в первой половине 19 века вместо земляной тропы, и она разделяет два квартала района Прага-1. Справа Градчаны, а слева Мала Страна. Поднимаясь по лестнице, слева вы увидите замечательную панораму Праги и великолепный Фюрстенбергский сад, раскинувшийся на террасах южного склона Пражского града. Наверху расположена отличная смотровая площадка у Черной башни, с которой вся Прага видна как на ладони. В сам Пражский град ведут три хода, мы войдем как раз через Черную башню. Это настоящая римская башня, названная так из-за пожара, после которого ее кладка почернела. Ну вот, мы уже внутри Пражского града, в самой большой крепости и президентской резиденции в мире. Здесь много дворцов и музеев, открытых для посещения. А мы идем в сторону собора Святого Вита, но сначала свернем вправо на Золотую улочку с очень интересными домами-музеями, рассказывающими о бытии ее жителей. В частности, в доме номер 22 трудился писатель Франц Кафка. А чуть дальше будет башня Далиборка, в ней был замучен местный рыцарь. Осмотрим базилику Святого Георгия по местному Иржи, старейшую церковь Пражского града. Построили ее в X веке, но, как видите, много раз перестраивали. В храме похоронена святая Людмила, бабушка самого почитаемого чешского святого князя Вацлава, или Вячеслава из рода Пржемысловичей. Об истории рода я расскажу в конце видео. А мы тем временем направляемся к жемчужине европейской готики и, пожалуй, главному символу Праги – красивейшему собору Святого Вита. О Святом Вите известно немногое. Это 13-летний мальчик, пострадавший на Сицилии за христианскую веру. Главным входом в храм считаются эти золотые ворота с уникальной венецианской мозаикой «Страшный суд». Этот шедевр состоит из миллиона стеклянных фрагментов 33 оттенков. Здесь же стоит южная башня, колокольня высотой 97 метров. Там наверху находится самый тяжелый колокол Чехии «Зигмунд» весом в 14 тонн. Первый храм на этом месте в X веке построил сам святой Вацлав. Затем храм перестраивали и достраивали. Вот этот величественный фасад, напоминающий парижский Нотр-Дам, завершен в 1929 году. Главная достопримечательность фасада – большое круглое окно роза, украшенное витражами с сюжетами о сотворении мира. Немногие знают, но под розой увековечили себя архитекторы этого фасада и банкиры, финансировавшие его строительство. На двери собора изображены сюжеты из истории Чехии. В храм можно войти бесплатно, но чтобы пройти дальше, нужно купить билет. Внутри собор выглядит величественно. Здесь в капелле похоронен святой Вацлав. Здесь проходила коронация чешских монархов, а под храмом находится их усыпальница. В средние века считалось, что внутреннее пространство храма – святое место, а значит и свет, проникающий внутрь, должен быть не солнечным и не лунным, а преломленным через цветные витражи. А витражи здесь просто великолепны. Выходим во второй двор Пражского града. Здесь стоит красивейший фонтан, который создал архитектор Иероним Коль. Фигуры четырех римских богов – Нептуна, Меркурия, Геркулеса и Вулкана – держат на своих могучих плечах средний ярус. Дальше мы осмотрим новый королевский дворец, в котором находятся ворота императора Матиаша, выполненные в виде триумфальной арки с обелисками по бокам. И главный вход в Пражский град – ворота гигантов, украшенные фигурами титанов. Здесь регулярно проходит смена караула, которая привлекает множество туристов.
А мы далее идем на север по Пороховому мосту. Под ним находится уникальная природная достопримечательность Праги – Оленей ров. Это овраг, в котором очень приятно погулять. Когда-то здесь разводили диких животных и оленей, отсюда и название. А теперь прогуляемся по красивому Королевскому саду, откуда можно хорошо рассмотреть Пражский град. Сначала нам попадется президентская вилла, в которой президенты Чехии жили до 90-х годов прошлого века. Далее будет здание в стиле эпохи Возрождения для игры в мяч, украшенное узорами в технике с граффито. Это когда на стену наносится два вида штукатурки, а потом верхний слой сцарапывается. В самом конце Королевского сада мы можем полюбоваться на прекрасный летний дворец королевы Анны или пражский Бельведер. Его построил император Фердинанд I Габсбург для своей жены Анны. Перед дворцом установлен поющий фонтан 16 века. Пройдем дальше, в английский парк Ходковы сады. Отсюда можно в очередной раз полюбоваться на Прагу с высоты одной из лучших смотровых площадок города, а также посмотреть на необычный памятник чешскому писателю Юлию Зейеру. Следующий пункт прогулки – вилла первого премьер-министра независимой Чехии Карела Крамаржа, выполненная в стиле необарокко. Построил ее он для своей русской жены Надежды Абрикосовой, которая на момент знакомства с Карелом была замужем и с четырьмя детьми, и влюбленные 10 лет добивались развода. На балконной решетке выкован девиз Карела Крамаржа «За правду, хоть против всех». Сейчас в здании – резиденция премьер-министра в Чешской Республике, но здесь регулярно устраивают день открытых дверей. Кстати, в свое время на вилле останавливался Юрий Гагарин. А мы уже в квартале Летна, района Прага 7, и идем осматривать Литенские или воздушные сады. Прага вообще считается самым зеленым мегаполисом мира, парки здесь занимают пятую часть городского пространства. Главной достопримечательностью сада можно назвать пражский метроном, символизирующий скоротечность времени. Установили его на месте взорванного памятника Сталину. Здесь же можно посетить знаменитый ресторан «Ганавский павильон». Его чугунная конструкция украшает парк. Это любимое место для фотосессий. А еще отсюда открывается восхитительный вид на Прагу. Есть еще один любимый горожанами и туристами ресторан – Литенский замок. С его веранды также открывается вид на Прагу. Идем на набережную Вултавы, чтобы осмотреть красивое здание правительства Чешской Республики. Это бывшая альма-матер дворянских детей – Строкова академия. В 1710 году тайный советник Ян Страка завещал все свое состояние на образование. И на эти средства в конце 19 века и была построена академия – скрытым бассейном, спортзалами и с просторными аудиториями и кабинетами. Итак, мы снова выходим к началу нашего маршрута, к станции Малостранска. Это квартал Кларов, района Прага-1. И нам нужно повернуть в сторону набережной Вултавы и идти к Манисову мосту. Мы пройдем сначала мимо памятника чешским военным пилотам, а затем возле памятника героям сопротивления нацистам повернем направо, чтобы посетить старейший парк столицы Чехии – Воянови сады, знаменитые свободно живущими здесь павлинами. Назван парк в честь великого чешского актера Эдуарда Вояна, на похоронах которого в 1920 году присутствовал даже президент Чехословацкой республики Томаш Масарик. Совсем недалеко от парка находится еще одна достопримечательность – самая узкая улица Праги – Винарная Чертовка. Названа она так в честь одноименного винного ресторана на берегу канала Чертовка. Ее ширина всего 70 сантиметров, и для удобства туристов здесь есть светофор. Выходит улица к Карлову мосту, но на него мы посмотрим прямо с берега Вултавы, и для этого пойдем в сторону музея Франца Кафки и свернем к реке. Такой вот чудесный вид открывается отсюда. Здесь можно немного отдохнуть и пойти дальше. Сам музей Кафки очень интересный, но туристов, помимо его экспозиции, привлекает противоречивый фонтан, стоящий возле его входа. Его автор – известный скандальный пражский скульптор Давид Черни. Идем дальше и посетим уголок, называемый Пражской Венецией. Стоя на этом мосту влюбленных через речку Чертовку, можно посмотреть на колесо Велкопрожеворской, или, как ее называют местные, чертовой мельницы, с памятником водяному. Когда-то владелица мельницы нарисовала на ее фасаде 7 чертей. Отсюда и пошло название речки и мельницы. Мы в квартале Мала Страна, района Прага-1. Он начинается, как мы помним, сразу от стен Пражского града. Идем смотреть стену Джона Леннона. Это часть монастыря Суверенного ордена Мальтийских госпитальеров и является популярным местом встречи молодежи и туристической достопримечательностью. Далее мы осмотрим сам монастырь, а точнее его Велкобржеворский или Гранд-Приоратский дворец. Внутри во дворе растет 200-летний платан, под которым, по слухам, отдыхал Бетховен. Недалеко отсюда находится одноименная площадь с памятником Иоанну Крестителю. А мы пойдем к Карлову мосту, самому известному мосту Праги. Он соединяет два квартала района Прага-1 – Мала Страна и Старое Место.
Соответственно, по обеим сторонам моста стоят две башни – Малостранская и Староместная. Сам мост построили в конце 19 века и назвали в честь Карла IV, который, как говорят, положил в основание этого моста первый камень. С моста открывается отличный вид в обе стороны, а сам он украшен красивыми скульптурами на религиозные темы. Перейдя мост, мы попадем на небольшую площадь. Прямо будет красивая барочная церковь Святого Сальвадора или Спасителя. Слева – базилика Франциска Ассизского. Ну а позади нас – красивая Староместская башня. Нам нужно пойти прямо, чтобы осмотреть Клементинум – большой комплекс зданий, принадлежавший иезуитам и включавший в себя старинную библиотеку, обсерваторию и первую в мире метеостанцию. В этой библиотеке когда-то пытались расшифровать манускрипт Войнича – загадочную рукопись, написанную на неизвестном языке и неизвестными буквами, тайна которой не разгадана до сих пор. С высоты Клементинума можно полюбоваться очередным потрясающим видом на Прагу. А мы далее прогуляемся вдоль красивой набережной к шедевру архитектуры Рудольфинуму, концертному залу, подаренному Праге сберегательным банком Чехии. Назвали его в честь принца Рудольфа, он был единственным сыном императора Австро-Венгерской империи Франца Иосифа. Сам Рудольф вместе со своей любовницей через 4 года после открытия этого зала был найден мертвым в своем замке. После смерти Рудольфа наследником престола Франца Иосифа должен был стать двоюродный брат Рудольфа, охотник и путешественник Франц Фердинанд. Но, как мы знаем, его вместе с женой Софией убили в Сараево, что стало причиной начала Первой мировой войны. Тем временем мы уже в еврейском, а точнее в Йозефовом квартале, названном в честь императора Йозефа II, уравнявшего в правах евреев и христиан. Сначала посетим старое еврейское кладбище. На этом месте похоронено около 100 тысяч человек. Причем из-за недостатка места захоронения проводились слоями. Сейчас здесь сохранилось около 12 тысяч надгробных камней. Следующий пункт – Староновая синагога. Сначала ее называли Новой. Потом, когда построили другие синагоги, она стала Староновой. С ней связана одна очень интересная легенда о пражском големе – человеке из глины, которого раввин Йехуда бен Бецалель создал, чтобы тот защищал евреев от погромов. Но голем вышел из-под контроля и стал убивать мирных жителей, и потому раввину пришлось убить его самого. По легенде, прах голема находится на чердаке этой синагоги, куда давно никто не поднимался. Главной улицей Йозефова квартала считается Парижская улица, ведущая от Чехова моста к Староместской площади. На улице много красивых зданий, например, это с рестораном у Староновой синагоги. Отсюда мы пройдем один квартал к памятнику Францу Кафке, а точнее памятнику его произведению «История одной борьбы». Стоит он между церковью святого Яна Непомуцкого слева и испанской синагогой справа. Ян Непомуцкий был епископом, которого по приказу короля Вацлава IV схватили, пытали и сбросили с Карлова моста. А здание испанской синагоги построено в неомавританском стиле. Обязательно посетите ее и полюбуйтесь фантастически красивой внутренней отделкой. А мы идем в сторону монастыря Святой Онежки или Агнесы Чешской, принцессы из рода Бжемысловичей, первого королевского рода Чехии, о котором я расскажу в конце этого видео. Рядом с ним располагается самый маленький дом Праги, возле которого любят фотографироваться туристы. А сейчас мы направимся к одной из известнейших достопримечательностей Праги в исторический центр города на Староместскую площадь. Она окружена зданиями с красивейшими фасадами различных архитектурных стилей, но известна прежде всего зданием ратуши, на башне которой установлены пражские куранты, старейшие астрономические часы из работающих ныне. Часы показывают вавилонское, современное и звездное время, время восхода и захода солнца, положение солнца и луны и многое другое. Рядом с циферблатом расположены движущиеся каждый час фигуры, среди которых особенно выделяется фигура смерти в виде скелета человека. А наверху в окошках можно увидеть фигуры апостолов. Здесь же на площади стоит храм Девы Марии Утына. Тын – это такая площадь или двор, расположенный за церковью. Тынский храм действующий, и потому вход сюда бесплатный. Он находится на месте бывшего госпиталя Девы Марии, в котором была организована небольшая церковь. По легенде, однажды колокол на той церкви дал сигнал врагам, что можно войти и захватить город. Сейчас этот колокол вмонтирован в стену соседнего дома. Две башни храма называются Адам и Ева, если приглядеться, они разной ширины, потому что построены в разное время. Интерьер храма Девы Марии Утына считается одним из самых богатых в Праге, а орган – самым старым в городе. На площади установлен памятник народному герою Яну Гусу, проповеднику, сожженному в 1415 году, что привело к гуситским войнам, в которых чешские добровольцы-гуситы нанесли множество поражений католическим войскам, но были разбиты в битве при Белой горе.
Здесь же на площади возвышается церковь святого Микулаша или святого Николая. Это, кстати, храм, принадлежащий гуситской церкви. В нем висит люстра, подаренная императором Александром II. Следующий пункт прогулки – жемчужина Старой Праги в стиле барокко, костел святого Якуба или Якова. Над входом висит рука грабителя, которого схватила статуя Богородицы, а в самом красивом склепе, по слухам, был заживо похоронен канцлер Воротислав. А мы идем дальше на очередную прекрасную Пражскую площадь – площадь Республики. Здесь выделяется, возможно, красивейшее здание Праги – муниципальный дом, в котором находится концертный зал. Здание построено во времена Австро-Венгерской империи в стиле ар-нуво, то есть модерна, и оформлено лучшими чешскими архитекторами и скульпторами. Рядом находится 65-метровая пороховая башня или пороховые ворота. Отсюда начиналась королевская дорога, по которой чешские монархи ехали на коронацию в собор святого Вита. Прагу не зря назвали стобашенной, и на каждую из башен можно подняться и любоваться интересными видами. Дальше осмотрим еще одну башню – Инджихову. Это самая высокая башня Праги, в которой находится интересный ресторан «Звонница» с, как всегда, незабываемыми видами на столицу Чехии. Самой красивой синагогой Праги считается Иерусалимская или Юбилейная синагога, построенная в честь 50-летия правления императора Франца Иосифа, или, как его называли, Вечный Кайзер. Ее фасад выполнен в неомавританском стиле, а внутри выделяются витражные окна, прорезанные прямо в потолке. Идем дальше к главному вокзалу Праги. Он находится уже в районе Прага-2 и назван в честь императора Франца Иосифа, а один из его фасадов является архитектурным шедевром и выполнен в стиле модерн. Внутри вокзала кипит жизнь, много магазинов, кафе, есть даже музейная часть. На перроне установлен памятник британскому Шиндлеру, сэру Николасу Уинтону, который тайно вывез из оккупированной нацистами Чехословакии 669 еврейских детей. Сам Уинтон скончался в 2015 году в возрасте 106 лет. Идем дальше. Сначала посетим смотровую площадку, которую оценят любители поездов, а затем выйдем к красивейшему зданию Национального музея. От него начинается аналог парижских Елисейских полей – Вацлавская площадь, которая скорее похожа на широкий бульвар. Это уже квартал Нове Место, района Прага-1. Здесь объявили о капитуляции Германии в мае 1945 года. Здесь проходил первый зарубежный парад с Юрием Гагариным через 2 недели после его полета. Под скульптурой святого Вацлава возле музея влюбленные пражане назначают встречи. На площади много красивых зданий, среди которых выделяется один из лучших отелей города – Гранд-отель Европа. А мы должны пройти всю Вацлавскую площадь и повернуть налево к площади Юнгмана. Здесь находится церковь Девы Марии Снежной. Это вторая по высоте церковь Праги, а внутри заметен диссонанс между высотой церкви и ее длиной. С площади Юнгмана, названной в честь философа и ректора Карлова университета, можно разглядеть это интересное здание, построенное в стиле кубизма. Идем дальше смотреть движущийся памятник голова Франца Кафки, которую создал уже известный нам скульптор Давид Черни. Эта голова – одна из ярких достопримечательностей Праги. А мы тем временем снова готовимся перейти на левый берег Волтавы, по мосту Легии, названному так в честь чешских легионов. Прямо возле моста стоит красивое здание Национального театра. Это гордость Чехии, построенная на народные пожертвования и являющаяся символом чешского возрождения. В 19 веке Чехия входила в состав Австрийской империи, и национальным языком был немецкий. Но чешские патриоты начали собирать деньги на свой театр, чтобы смотреть пьесы на родном языке. Часть средств на театр пожертвовала российская царская семья. Сцену театра украшает знаменитая надпись «Нация себе». А теперь пора рассказать историю этого чудесного города. Праотцом чешского народа считается князь Чех или Человек. По легенде, у него было еще 2 брата – Лех и Рус. Это князья, которые повели свои народы в разные стороны, чтобы найти место для своих народов. После смерти Чеха народом руководил его друг, князь Крок, основатель города Краков. У Крока было 3 дочери, одна из которых – Либуше, и стала управлять чехами. Когда народу не понравилось, что ими управляет женщина, Либуше выбрала себе мужа, пахаря Пржемысла, от которого пошла великая династия чешских королей Пржемысловичей, которые правили с 9 по 14 век. Либуше также предсказала появление города Прага. Она отправила людей, и те в указанном месте нашли человека-ремесленника, тесавшего порог. Самый известный и почитаемый среди Пржемысловичей в Чехии – это святой князь Вацлав II. Итак, первая часть нашей прогулки по Праге завершена. Подписывайтесь, пишите в комментариях, какие города вы бы хотели увидеть на этом канале. И до встречи во второй части.